Для кого-то он желанный гость, а для кого-то назойливый визитер. Участковый – фигура в поселении известная и значимая. Максим Кузнецов в профессии совсем недавно, но уже успел зарекомендовать себя хорошим специалистом. В участковые попал из патрульно-постовой службы. Работа нелегкая, приходится иногда задерживаться и допоздна. Работать с лицами, состоящими на профилактическом учете, где-то выезжать на семейные скандалы, там, на бытовые ссоры. Побеседовать с участковым непросто, ведь его телефон почти не умолкает. На очередной вызов от жителей едем вместе. Молодая семья недавно купила дом, не зная о конфликте соседки со старыми хозяевами. Череду упреков с обоих сторон Максим должен терпеливо выслушать и постараться найти компромисс. Решать бытовые споры для участкового – не редкость, а значительная часть работы. На какие-то заявки приезжаем, и там нету явного какого-то правонарушения или преступления, признаков. Соседи просят просто провести профилактическую беседу с моим соседом Ивановым Иваном Ивановичем. Идем, беседуем, берем объяснение. Зачастую нету правонарушений никаких, просто люди не могут по-соседски сами между собой разобраться. Поближе познакомиться с жителями своего участка Максиму помогает подворовой обход. Нередко везет в гости еще один повод провести профилактическую беседу с гражданами, стоящими на особом учете. Как дела? Нормально, хорошо. Работаешь где-то? Да, работаю с родителями. Ограничения, установленные судом, все соблюдаешь? Да, конечно, да. За административные правонарушения привлекался, нет? Нет. Выезды на место преступления, пьяные драки, общение с определенным контингентом лиц. Работу участкового спокойной точно не назовешь. В профессии остаются только те, кто действительно готов помогать людям. Служба участкового такая, что всегда тебе приходится вникать именно в суть каждой проблемы, потому что у всех проблемы разные. Стараешься всегда помочь человеку, найти к нему свой подход. В дореволюционной России участковых называли околоточные надзиратели, то есть ведавшие небольшой частью территории – околотка. Но как бы ни называлась эта профессия, социальная миссия остается неизменной. Охрана общественного порядка и защита мирных граждан.